Ребятушки, продолжаем. Я хочу вам показать опять трубу, выросшую из мерлаты. Посмотрите. Короче, показала сейчас ему эту подкову. Пыталась ему объяснить, что она выросла. Мне просто смешно. Ну, как бы ладно. Ну, ребятушки, что я могу поделать, если такая дура? Вот. Ну вот обращаем внимание на эти улочки, да? Для кого эти улочки вот такие вот узкие, да? Просто для кого? И дома вот эти кривые. Ладно, идем дальше. Тут огромнейшие блоки, да? Кстати, огромнейшие вот эти. Просто вот эти вот. Что это за огромные блоки, да? Гранитные, кстати. Тут арка как бы должна быть, видите? Должна. Арка, но ее недопроектировала что-то это, что-то наше вот. Видите, это тоже из глубины вылезает эта железка. Вот. Я вот думаю, что даже вот при сером свете даже лучше. Смотрите, одни вот эти вот, да, как бы это дома, это стены, да, и там каждой стены арка, да. Вот. И тут куда ни пойди, все одно и то же, видите, посмотрите, какие стены у нас, да, волнистые, видите. Так, я сейчас пойду сначала вниз, схожу, вот, потому что, как я говорю, что я вам говорила уже, что можно посмотреть сверху, там видно, что все это одинаково, одинаковое везде. Вот, поэтому мы будем ходить и в поисках особенностей таких. Это вот такие, видите, небольшие стены, не такие достаточно большие, выросли, да, целый, как бы, борго, да. Я вам говорила, Борго – это средневековый городочек такой, типа маленький. Бор, да, бор. Бор из домов. Труборостовая. Вот. Ну вот эту подкову, я вообще подкову первый раз увидела, вот. Это тоже замок странный, да? А какие запахи хорошие. Тут у нас что, труба? Вот еще монорельс, да, как бы идет. Масенький, все, заплакал. Вот они не берут детей на руки. Я просто не знаю. Меня это. Я ж мать моя. Просто всегда это. Ой, масенький косичка там, видите, опять. Hai fatto tuo quarto giro. Тут, посмотрите, скоба вообще горизонтально. Первый раз видим, да? Вот так вот прямо, прямо идеально горизонтально. Обычно они по диагонали или прямо, да? Коломямика. Вот посмотрите, вот эти тоже вырос. Просто вот эти блоки. А посмотрите, как окорка, да, тут? Сверху. Всего 4 минуты, блин. Такое чувство. Издевается надо мной, смеется. Вот выросли, да? Вот посмотрите. Натурально выросли эти вот балконные эти. Знаете?
Снова рассказывает. О, 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 о. Скобы. Которые у нас... Посмотрите, какая стена вообще, да? Посмотрите. Да, менты, он принимает и сэнту, он странеру, кадичили козы к яру. Вот тоже интересная скоба, да, посмотрите, с маленьким совсем, видите, кольцом. Тут труба роста видна, тут вообще, знаете, как все, видите, в корке, да? А? Тут пытались они, короче, наши уже сделать работы. Вот эти вот штуки тоже меня интересуют, да? О-о-о, что там опять? Обидно, воля бы. Перка, мя мама, Микиды Сэмпри, но парла ради нинты. Мя мама, блин. О, посмотрите, наша труба роста, видите? Туннель. Смотрите, какие улицы, да? И здесь еще есть окна, ребятушки. Посмотрите. Да вообще. Пойду схожу туда. Слушайте, вообще так клево идти между узкими. Посмотрите, здесь как. Ну, это, может быть, не знаю, наши даже сделали. Фиг знает. Но не похоже. Все с нашими линиями, видите, вибрационными. Видите. Тут все в корке. Видите, окно. Что это, да? Вот что это такое? Раз это можно... Вообще, знаете, такое чувство, что меня сейчас начнет сжимать между домами. Тут опять вы расширите. Туда, конечно, можно пройти. Посмотрите, какая акустика. Посмотрите, какие вот эти вот гальки, как это я их называю, грильяж. Но тут даже не грильяж, тут просто вообще как орехи такие, да, посмотрите. Запах тут, конечно, сырости обалденный. Сейчас покажу решетку нашу. Посмотрите, наша решетка. Но это не наша решетка. Кстати, это уже наши поставили решетку, чтобы никто не заполз. Слушайте, ну как будто яйца созревают, да? Это вообще просто. Сейчас я вам сделаю. Как будто яйца созревают в чужом, да? Посмотрите. Видите? Обалдеть. И тут посмотрите, какой гранит. Блестит еще. А? Вы знаете, меня камень цепляет в шапку. Можете себе представить? Тут бедные голуби. Тут сколько голубей пропало, да? Смотрите, какая корка там. Смотрите. Кто-то снял камень. Снялся он. Превратился уже в какого-нибудь чужого. Тут корка тоже. Вчера я тушки такие пирожки здесь. Слышите? И просто невероятно, да? Вот понимаете, все такие улицы здесь вообще. А тут, видите, кирпичик есть даже. Вот, и здесь тоже грильяжик, видите? Эти растения тоже меня интересуют. Они непонятные, блин. Вот, ладно, пойдем. О, тут полно скоб. Я говорю, строения примерно все одинаковые, да?
В общем, везде, куда ни пойдешь, вот эти вот одинаковые все вот эти домики. Как бы домики. Это не домики, это стены невысокие с двойным как бы... Коза. Ну, типа овечка такая или медведь. Что? Орсо. Орсо Канне. Канне Орсо. Это наши скомы тут. Я уж не буду, я буду теперь скобы только интересные. Вот посмотрите здесь. Что за хвостик? Откуда, да, этот хвостик торчит? Да? Это просто растет второе. Ну тут тоже. Ну вот эти скобы. Так. Вот это, ребятушки, вот это... Вот это нонсенс. Вот это нонсенс. Там две, одна вот такая вот, она вообще вся полностью в стене. Это просто невероятно. Невероятно. Первый раз видим вот на, в этом городке. Это целая рельс, ребят. Рельсы натурально, кстати. Она вообще эти рядышки не двигается. Офигеть, это рельсы, натуральные рельсы, посмотрите. Посмотрите. Обалдеть, да? Вот откуда рельсы-то у нас рождаются, посмотрите. Удивительная вообще просто. А тут, смотрите, она внутри. Вся внутри, видите? Вся в этом. Вот. А это что у нас тут? Посмотрим. Тоже вроде как бы наше, да? Почему-то только здесь, да? Здесь, видите, эта штука, что это? Типа медведя, что ли? Медведь натуральный, или что это? Или это? Ну, как-то похоже на медведя, не знаю. Ну, ладно. Не буду вдаваться в подробности. Тут, видите, прямо гранит такой наш. Видно, он еще такой, как бы. То есть гранит заменяется кирпичом. Кирпич заменяется гранитом. Так, ну ладно, сейчас я другое видео включу. Пойдем дальше. Сейчас посмотрим, в дырочку только загляну. Вот. Ну вот там вот другие там, видите, горы там. Так, ну ладно, все, ребятушки, включаю другое видео. Тут вот что такое за углубление, да, кстати? Вообще, труба такая, да? Кстати. Канал, то есть не труба, извиняюсь. И вот эти вот новые у нас теперь, видите, новая фишка, выросшие рога гранитные. Так, ну чё, пойдемте в другое место и там дальше будем снимать. Это, конечно, скома просто вообще супер-супер-пупер. Супер-пупер. Пока-пока.